Первая в этом сезоне авария с участием мотоциклиста произошла в начале мая. Водитель легковушки не предоставил преимущества. Кстати, это одно из самых распространенных нарушений, из-за которых случаются ДТП с мототранспортом. А еще несоблюдение дистанции, невнимательные перестроения и проезд перекрестков. Самим мотоциклистам тоже не стоит забывать о правилах, в первую очередь придерживаться установленного скоростного режима. Хотелось бы призвать при управлении транспортными средствами, чтобы были зарегистрированы в установленном порядке, а также наличие средств защиты, мотошлемы, не перевозить пассажиров без мотошлемов. Но, как отмечают полицейские, в Нефтеюганске большинство мотоциклистов все же дисциплинированы. Сегодня на учете в ГИБДД зарегистрированы около 400 двухколесных транспортных средств. Всем остальным необходимо последовать этому примеру и быть внимательными на дорогах.